так, що саме сильне нападіння. Да, ну тим, да, команда більше всіх забила, 77 голів. У них більше всіх в чемпіонаті крупних побед і найкращий бомбардир в этой команде. Ну, в общем-то, результат есть. Они получили медали, третье место. В принципе, наверное, их выступление можно расценить как успешное. Хотя я не исключаю, что организаторы Вепра нацеливались на более высокие места. Ну, в этом году, если не перейдут выше, там как еще будет, то, я думаю, один из главных претендентов на первое место на следующий год. Да. Ну, у них, опять-таки, есть проблема, как и у многих аматорских команд, это отсутствие, как ты выражаешься, глубины скамейки. Да, да, да. Да, и поэтому они вот с Днепром помогают друг другу, и когда получается так, что пересекаются матчи и Днепра, и Вепра, вот, ну, да, возникают проблемы. Скандал какой-то был, да, вроде бы. Ну, если хочешь, я поподробнее расскажу. А у нас лига есть договоренность, что все матчи КЛФК проводят 10 утра. Да, это ясно, я видел все, видео смотрел. Да, потому что тем командам, которые лиги помогают, там, ну, в частности КЛФК помогает в моем лице там анонсами, анализами. У нас было тоже в прошлом. Да, и поэтому лига все наши матчи ставит на 10 утра, и это как бы вопрос решенный, ну, да, на весь чемпионат. Ну, да. А Вепр, может быть, этого не знал. И он обиделся на такую ситуацию, поскольку у них наш матч совпал с матчем в третьей вроде бы лиге, да? Да, да, да. С кем-то там, с кем-то там Днепр играл. Да. А там точно тоже такая же ситуация. Та команда тоже чем-то помогает лиге, у них тоже матчи. Там, да, Йети, по-моему, там тоже организаторы, да, что-то. Ну, я там за Днепр не буду утверждать, но матчи наложились. Да, и Вепр... Прямо они вот это попроигрывали, столько ничего. Да, да, и Вепр обвинил лигу, что это все было придумано сознательно. Ну, в общем, такое. Ну, пожелаем в следующем году стать чемпионами, так что. А еще можно сказать, что это одна из самых спортивных команд. Да, это, да. Они, да, приезжают на матчи на велосипедах. Ну, я не знаю, не видел, но реально она такая спортивная, одна из самых высоких. Вот нам, Арсеналу, было с ними тяжело, потому что реально все высокие. Хоть ты перепрыгнуть его пытайся, не пытайся, а что же его перепрыгнуть? Что ж было бороться этому, как его, Головко в свое время с Янкером, если... Если Янкер есть Янкер, вот так есть и Лежинский. Кто же его перепрыгнет? Плюс то, что он слабых сторон нет у него, а плюс еще и рост, конечно. Конечно, да. Да. Ну, что ж. Ну, надо быть Фабио Канаваро. Ну да, чтобы перепрыгнуть. Да, 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 да. Не, ну, Вепр это, конечно, команда. Команда с потенциалом. Да, да. Претендент. Этого никто не отрицает. Следующего года, да. Не, ну они вроде бы попадают. Если захотят, они попадают в первую лигу, поскольку Optima Farm 2 туда не переходит. Они так решили, да. Ну, Optima Farm вылетела. А КЛФК переходит в первую лигу? КЛФК, возможно, переходит. Я понял. Вот, поскольку Optima Farm вылетела из высшей лиги, и в первой лиге будет играть Optima Farm, то Optima Farm 2, скорее всего, останется во второй лиге. И, соответственно, путевки получают КЛФК и Вепр. А будет переходить Вепр туда или нет, это известно только организаторам этой команды. Так что посмотрим. Мы переходим к серебряному призеру этого чемпионата. И в этом году таковым стала команда КЛФК. Предлагаю тебе начать. Да, ну что, КЛФК, я могу сказать о них много как бы хорошего, плохого мы сегодня не говорим, но два матча 4-2 Арсенал проиграл, единственная команда, которая забила больше всех голов Арсенала, что в одной игре забили 4, что в другой, как мы не пытались с ними играть, все равно бесполезно, как бы, реально команда, ну, я так понял, что вот у них как раз проблем с людьми не было, и, наверное, одна, я не знаю, как бы, Костя скажет, но со стороны смотрела, что реально команда приходила на матчи, там, может, там иногда, но вот именно вот они, благодаря тому, что у них было нормально людей, и люди собирались на игры, благодаря организации, может, потенциалу, может, духу команды, да, вот именно из-за этого я считаю, что КЛФК забралось так высоко, ну, Костя, наверное, лучше знает, где там их осечки были, в каких матчах, и там чуть-чуть, и вот было первое место, может, им обидно. Но я думаю, что им не так обидно, как Атланту в высшей лиге, там вообще в последних турах. Так что, ну, я думаю, что они заняли свое место и достойное место. Шанс был. Ну что ж, в следующем году увидим, что покажет КЛФК. Так что. Будем посмотреть. Ну да, да. Спасибо за добрые слова. Ну да, пожалуй, этот год для команды был особенным, потому что, может быть, впервые
у нее появились цели. Причем эти цели появились с самого начала чемпионата. Если 2011 год для нас был одним из самых провальных в истории, команда с трудом собиралась, и у меня на самом деле были не очень хорошие вообще мысли по поводу всего этого, то вот начало 2012 года показало, что все-таки команда жива и способна бороться за самые высокие места. Наконец-то появилась стабильная основа, появилась какая-то ось, вокруг которой можно строить команду, и результат пошел. Появился, у команды в этом году был четкий игровой почерк, это вязкая такая силовая борьба в центре поля, акцент на стандартные... Она принесла результат. Да, акцент на стандартные положения. Может быть, да, я согласен порой там с критикой в наш адрес, что мы играли где-то некомбинационно, где-то там часто нас выручали ауты. Ну, Рубин стал чемпионом в 2008 с такой игрой также. Да, но тем не менее мы играем так, как можем, поскольку КЛФК вообще как строится? У нас нет задачи набирать вот отовсюду сильных футболистов. У нас есть друзья, у нас есть своя компания, и мы играем своими силами. Мы тоже так. Да, и поэтому тот кадровый ресурс, которым мы располагаем, вот он вокруг него и строится вся игра. Поэтому стараемся использовать свои сильные стороны, как-то нивелировать слабые. Ну а если говорить о борьбе за чемпионство, то, конечно же, мы его проиграли не в конце чемпионата, а где-то его на экваторе, когда потеряли очки в матчах с Домом Архитектора 2-2 и обидно проиграли Грифону 0-2. Но при этом я хочу сказать, что КЛФК – это единственная команда в этом году, которая сумела два раза обыграть Оптиму Фарм. В первом круге 2-0 и во втором круге 3-2. Лучшим бомбардиром стал Макс Лучик, уже в который раз он забил 13 мячей. В принципе, не так много, но тем не менее. А еще можно про КЛФК сказать то, что это, наверное, команда, которая больше всего забивала игроков. Я специально почитал, по ходу чемпионата отличилось 14 разных футболистов. Да, пожалуй, наверное, так и есть. Да. То есть хорошо, что у команды есть вот пресловутая глубина, что в любой момент может выстрелить любой игрок команды, и это все-таки вселяет оптимизм на будущее. Мне хочется надеяться, что наш коллектив будет развиваться, и я ему искренне хочу пожелать дальнейших успехов. Вот. Ну а рад, что мы до конца старались бороться за чемпионство. Надеюсь, что мы составили достойную конкуренцию Оптиме. Ну а то, что в этом году достойный чемпион второй лиги, в этом не приходится сомневаться. Как ты считаешь? Да, Оптима Фарм реально заслужила. Опять же, то, что я говорил о команде Торпедо. Там играют Улана, значит, техника там в первую очередь. Как мы играли, мы хоть вот забивал Арсенал Оптиме, но реально мячом владела Оптима. Она, наверное, больше всех команд владела мячом. Короче, как мини-Барселона получается. У нас мини-Барселона в нашей лиге. Забитых голов, ну, второе, третье место по забитым, как бы пропущенных. Пропущенные, то уже ж, как бы без них никуда. Вратарь у них молодой, талантливый. Плюс вот тут говорят, да, что у них лидер, как бы еще Йосиф Кадр, я его меньше знаю, говорю, что как бы у них есть Уланов, у них есть много других игроков, и смотрю, что организация серьезна. Ну и плюс то, что Оптима, наверное, основная вылетела, то или вылетала, боролась за выживание, они бросили силы сюда. Плюс вот эта серия, которая была яркая после поражения Ливерпуля, когда она не оставляла ни на ком. Ну, им, наверное, надо было проиграть Ливерпуль, да, чтобы как-то взбодриться. Ну да, 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 взбодриться. И реально, там было до Ливерпуля, по-моему, это второе поражение, да? КЛФК раньше их выиграло, да? А последний уже потом еще раз. Мы можем посмотреть. У них, наверное, там было, короче, вот Ливерпуль второе поражение, у них долго было 0-0. Нет, они сначала проиграли Ливерпулю, а потом проиграли. Еще два добавили, да. Ну, яркая у них серия была. И вообще, как бы команда шла, как вот вышли там в каком туре на первое место, так они и шли. Почерк чемпионский чувствовался. Чуть-чуть колыхнуло их в конце чемпионата. Ну, удержались, так что чемпионы, одно слово. Ну, вообще, да, вот игра команды Optima Farm, она вот если подбирать какой-то эпитет, то, наверное, можно выразиться как солидно, да, вот команда играла очень солидно, да. И
самых первых матчей чувствовался вот чемпионский почерк. Было видно, что на каждой позиции в «Оптиме» играет квалифицированный игрок, способный решать задачи. А их центральная линия в лице Трусобородкина и Кадыра – это, наверное, пожалуй, самая сильная центральная связка игроков во всем чемпионате. А когда у тебя есть сильная центральная линия, то можно строить их, в общем-то, всю игру команды. Да. Ну, плюс есть забивные нападающие. Но при этом больше всех голов забил не нападающий, а Йосиф Кадыр. Да. Да, 26 мячей. И если давать MVP чемпионата и выделять как-то лучшего игрока, то, по моему мнению, наверное, таковым следует признать именно Йосифа. Поскольку я мало видел в игре. Он забил много мячей, 26 голов, это хороший показатель. Ну и его команда стала чемпионом, наверное. Ну, наверное, так все так. Да, раз чемпионом. Если бы такой приз существовал, его бы, наверное, стоило отдать Оптиму. Вот. Ну, а еще пару слов. Как я уже сказал, команда играла очень стабильно. Во многих матчах, мне кажется, что она прилагала ровно столько усилий для победы, сколько этого требовалось. То есть они порой не перенапрягались, много у них побед с минимальным счетом, но тем не менее они добывали эти победы и в итоге стали первыми. Отрадно, конечно, что КЛФК их два раза обыграл, но «Оптима» смотрела на эти поражения философски. То есть мы проиграли сражение, но не проиграли войну. И в итоге, вот грамотно распределив силы на весь сезон, «Оптима» и к финишу пришла первой. «Арсенал» вел 2-0 и 1-0, и оба раза проиграл 2-3 и 1-3. Так что характер у этой команды тоже был. И реально, правильно, как сказал Костя, что они смотрели солидно. Они проигрывали, но они были спокойны, они были уверены, что они выиграют эту игру, любую игру. Так что достойный чемпион. Да, чемпион достойный, и мне кажется, что чемпионат в этом году получился интересным, достойным. Всякое было в этом году. Были интересные эфиричные матчи, как то, например, Гашика, Союз. Были. Ну, еще бы я, наверное, выделил наш матч с «Оптимой», тоже волевая победа. Были интересные команды, была очень сильная лидирующая группа команд, которая, наверное, по своему уровню не уступает командам из первой лиги. То есть для меня неожиданностью. Может даже и сильнее. Может даже и сильнее. Для меня, честно говоря, была в этом и неожиданность, что вот во второй лиге будет такая сильная группа команд, где-то может быть с первым по шестое место. Это было «Арсенал», наверное, нет, с первой по пятое, так что там было. Ну, я ж по поводу «Арсенала» высказался. Да. Вот, так что чемпионат, безусловно, был хороший, о нем останутся приятные в основном воспоминания. Будем надеяться, что следующий год нам подарит не меньше ярких эмоций. На этом мы, наверное, будем заканчивать наш обзор. Пожелаем всем командам в следующем году новых побед, свершений. Пускай травмы уходят стороной. И всего вам хорошего. Да, до свидания. Пока. Отрежем уже.